Доброе утро, уважаемые. Значит, сегодня у нас вторник, 7-е. Извините, сегодня немножко запоздал со съемкой. Сел аккумулятор. Времени уже 8 часов. Вот, погода, конечно, хорошая. Отличная. Сейчас выйдем, посмотрим солнце. Ветра. Ветра пока нету, хотя обещают, что будет ветер сегодня. Вот, вчера утром съемку сделал, но потом в течение дня смотрел заехать, чтобы сделать съемку, смотрю, рыбалки вчера, но моста здесь не было. Маленький ветерок поднимается. Сегодня с утра люди уже, значит, к 8 вон сидят. Вот. Люди сидят, что ловят пока. Не видно, чтоб таскали. Вот что было в Омиду, тоже не слышал пока ничего. И в Логузу. Там в той стороне. Вот хотел вчера съездить в Омиду, посмотреть, что там творится, но не было времени. Так, ну здесь не видно пока, чтоб кто-нибудь что-нибудь поймал. Но будем надеяться, что будут ловить.